На дорожках Лесного более 100 юных пловцов. Ребятам от 7 до 12 лет. Главная особенность этого чемпионата – инноваспорт. Для особенных ребят это не признак слабости, а вызов своим возможностям. Психологический аспект здесь самый важный, говорят тренеры. У инноваспортсменов больше ошибок при обучении, поэтому от наставника требуется смекалка и изобразительность. Старательность – главная черта пловцов. Задача – только работать на рекорд. Только рекорд, только улучшать. И все улучшают свои результаты лучше, чем тренировочные. Это радует, что они не подверглись состоянию страха, паники. Здесь все сработало на то, чтобы они сделали все лучше, чем вчера, и лучше, чем на тренировках. На водных дорожках 35 мальчиков и девочек с особенностями физического развития. Наравне с другими у них в программе два вида – кроль и заплывы на спине. Вольным стилем 200 и 400 метров. Сейчас главное заинтересовать детей, чтобы им это нравилось, оставить контингент вот этот, чтобы потом они и в дальнейшем, когда уже были более старшие, плавали и радовались. Что касается результатов, то по окончанию турнира многие ребята в трудовой книжке спортсмена изменят разряды на более высокие. Олимпийский девиз снова в деле. На чемпионате нет проигравших. Главное здесь не быстрые секунды, а крепкое здоровье маленьких спортсменов. Ведь на дорожке или ковре, в поле или зале бобруйчане всегда за здоровый образ жизни. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.